Наступает самое опасное время – переход с зимы на весну. Если ваши кусты хорошо зимовали, это не значит, что вы хорошо выйдете из зимовки. Растения трогаются в рост, нужно увеличивать количество полива, они быстро пересыхают. И тут наступает самый коварный момент, когда мы не можем отрегулировать этот полив. Вот этот куст у меня пересушивается постоянно, не своевременно поливается. Он сушит, сбрасывает листья, показывает своими листьями недовольство, то, что я плохо ухаживаю за ним. И теперь главное не начать его обильно поливать из-за своей огромной любви. Да-да-да, я тебя люблю, я буду тебя поливать. Потому что корневая иссохла, и если мы будем лить много воды, он пропадет вообще. Кому знакома такая ситуация? Пишите в комментариях, что она вам знакома.